Имеем вот такой вот стартер от Hyundai Tucson. Сейчас мы узнаем с вами, что же за 90 тысяч пробега с ним могло приключиться. Для начала откручиваем болт тут и два винта здесь. Открутив одну гайку и два винта, достали втягивающие и головкой на 7 откручиваем два задних болта. Открутили два болта, разобрали напополам. Снимаем верхнюю крышку, ведем планетарную передачу. Достаем весь узел вместе с бендексом целиком и осматриваем солнечную шестерню на планетарной передаче на предмет ее износа. Также и сателлиты. Смотрим, все у нас целое здесь. Крепко держим статор и пальцем вынимаем ротор вместе с щеточным узлом. Осматриваем магниты на предмет сколов, трещин и всякого такого. Осматриваем щеточный узел. Щетки у нас присутствуют еще в полной мере. Ввиду недавно открывшихся, как говорится, событий, известий, хозяин рассказал, что она у него месяц, а может и два, простояла не в самых благоприятных условиях просто на улице. И как мы видим, втягивающее заржавело. Вот. По итогу испытания втягивающего срабатывает раз через 10. Вот. Это раз. И во-вторых, опять же, скорее всего, по причине влаги произошло внутреннее разрушение щеток. То есть они отсырели. Ну и вот, все промыли, все продули. Чистенько, хорошенько. Новый щеточный узел. Новое втягивающее, старое втягивающее и старые щетки. Сейчас это все собираем, запускаем, проверяем. Смазочки, где надо, натолкали. Ну и вот так вот влияет влага на щетки. Они начинают впитывать влагу, разбухать и приходить чуть по чуть в негодность. Вот. Обращу внимание на тот момент, когда будете статор на ротор одевать щеточным узлом уже, когда да, собрали, очень крепко придерживайте пальцем вот это все и потом одевайте только статор сверху. Иначе магниты подтянут за себя якорь, и у вас это все может слететь щеточного узла, а когда оправки уже нету, устанете потом это все дело обратно напяливать. Ну а после того, как все собрали и проверили, ставим обратно. Так что вот, не болейте и не ломайтесь.